хочу есть! Я проголодалась! Что я слышу? Кто-то хочет есть? Шеф-повар всегда придет на помощь! Никто не накормит мою внучку так же вкусно, как родная бабуля! Уже бегу! Сестренка, ты хочешь есть? Я тебя спасу! Я проголодалась! Хочу что-нибудь вкусненькое! Давайте начнем с простого. Приготовьте мне картошку фри. Запросто. Будет сделано. Как раз хотел научиться готовить. Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло. Его, кстати, много не бывает. Ну что, масло почти закипело. Это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри. Нет! Стоять! Ой, оно брызгается! Горячо, помогите! Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло. Масло нужно лить со всей осторожностью. Тогда картошечка поджарится равномерно. Ничего трудного. Окей. Картошка фри готова. Осталось только немного добавить соуса. Фри? По-моему, это обычная жареная картошка. Вот я приготовила настоящую картошку фри. И это еще не все. Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес. Мне понадобится бекон, соус и, конечно же, душистый розмарин. Какой аромат! Точно! У меня еще не все потеряно. Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее. Okay. Вот это да! Начну пробовать с картошки посередине. Бабуля, это очень вкусно! Ой, фу! Я терпеть не могу розмарин! Простите, госпожа повар, но мне не понравилось! А вот идею с мармеладной картошкой я оценила! Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем! Пусть будет бабушка! Ура! В этот раз задача посложнее! Вам нужно приготовить суши! Будет сделано! По лучшему рецепту! Суси? Шуси? Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши. Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось! Обычные суши – это скучно! Другое дело – суши из разных конфеток! А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки Харибо! Красота! И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп. Интересно придумал. У меня тоже совсем скоро будут готовы суси. Главное, аккуратно повторять за шеф-поваром. Но пока ничего сложного. Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся. Соус добавлять и я умею. На это вообще особого ума не надо. Как это называется? Авокадо? Самое главное – все скрутить ровно. У вас, бабуля, уж точно не получится. Ну вот, идеальные суши готовы. Какой ужас! Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые. Самое время обернуть суши в лосось. Главное не пожалеть рыбы. Нарезать ее толстенькими кусочками. И нельзя забывать про соевый соус. Рыба, говорите? Okay. Хорошо, будет сделано. Готово. Надеюсь, получится вкусно. Ничего себе! У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно. Но я придумала оригинальный выход из ситуации.
Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно. Мерзко. Это еще почему? Огурец – идеальная заготовка для суши. В него нужно только побольше риса затолкнуть. Совсем не аппетитно. Погоди, это еще не все. Ну вот, смотрите, какая красота. Это еще что такое? Никогда не видела суши из огурца и риса. Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду. А вот сладкие суши я попробую с удовольствием. Ого! Вкусно, но совсем не сытно. Остался последний кандидат. Вот они, настоящие суши. И на вид, и на вкус. Госпожа повар, вы победили. Спасибо, но это было очевидно. Надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас. Я слышал, что начинать нужно с теста. Думаю, с ним у меня проблем не будет. Добавим сахарку для сладости. Немножко перемешаем. Класс! А теперь добавим муку. Ой-ой, кажется, что-то в нос попало. Вот тебе и вафля. Ничего страшного, продолжаем. Ого, я высыпал целую пачку. Ну, наверное, так и надо. Осталось только хорошенько размешать. Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу. Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки. О, да. Тесто получилось вкусным, а главное – без яичной скорлупы. Надеюсь, из него получится достойная вафелька. Все добавили сахар, но я-то знаю, что сахар вреден. Так что вместо него я добавлю кабачок. Даже не так. Я сделаю вафлю из кабачка. Мне понадобится натереть его на мелкой терке. Готово. А теперь добавляем яйца. И, конечно же, муку. Хорошенько все перемешиваем. И добавляем зелени для вкуса. Звучит противно. Зато такое тесто гораздо полезнее вашего. Вот теперь его можно и в вафельницу залить. И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела. Да, время засечь – это правильная мысль. Ой, а я-то время не засек, и моя вафля сгорела. Горячо-то как? Ну ничего. Ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа. Ну, получилась же красота! А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом. Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним. Какая вкуснятина! А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами. Не терпится попробовать. Начну вот с этой. Ой, эта вафля какая-то пережаренная. Такое я есть не буду. А это что? Эти вафли со вкусом травы и кабачка. Ненавижу. А вот это явно что-то вкусное. О, да. Именно то, чего я и хотела. Бабушка, ты побеждаешь. Ура. Не зря я так старалась. Напоследок я хочу выпить кружку вкусного кофе. Окей. Будет сделано. Расплюнуть. Мне в голову пришла просто гениальная идея. Горячий кофе – это скучно. Сегодня в моде холодный кофе, то есть фраппучино.
Нужно закинуть побольше льда в большую кружку, а потом добавить вкуснейшего шоколадного сиропа. И, конечно же, нельзя забывать про сам кофе. Он у меня, между прочим, из Старбакса. А еще коктейль из шоколадки Твикс явно не будет лишним. Его я немного взобью и использую вместо молочка. А я, пожалуй, приготовлю более классический вариант кофе. Растворимый. Я знаю, что моя внучка такой любит. Ну вот, думаю, достаточно. Добавляем взбитый коктейль, а сверху украшаем взбитыми сливками. Остались последние штрихи. Печеньки Орео и палочка Твикс. Ну и, конечно же, трубочка. Ох, дилетанты. Ну что, пришел мой черед готовить настоящий кофе. С помощью весов я отмерю нужное количество зерен. То, что нужно. Теперь с помощью ручной кофемолки я измельчу их до необходимой консистенции. Смотрите и учитесь. И вот только теперь я залью кофе кипятком. Что, кофе и правда так готовится? Прекрасно. Теперь я налью кофе в чашку. А молоко для кофе я тоже буду взбивать вручную. Про правила подачи тоже не нужно забывать. Смотрите, какая красота. Начну с кофе посередине. Бабушка, я этот кофе всегда узнаю. И пора признаться, что он мне совсем не нравится. Вот этот кофе выглядит приятно. Вкусно, но немножко горьковато. Остался последний кандидат на победу. О, вот это реально круто! Братик, в этом раунде побеждаешь ты! Да, наконец-то! Можно в этот раз я буду первой крутить? Интересно, что выпадет мне в этом раунде? О, нет! Только не червяки! Я буду рада жвачке, а не червякам! Ура! Хуба-бубу я люблю! Красота! Теперь моя очередь крутить колесо. Что? Это нечестно! Почему кому-то жвачки, а кому-то куриные лапы? Они же мерзкие, страшные и противные. Да уж, не завидую я тебе. А ты бы лучше побыстрее все съела. И правда, чего это я жду? Пора разложить эти жвачки на пицце, чтобы было красиво и вкусно. Они такие яркие и длинные. Какая красота! Та-дам! Ну как? По-моему, получилось просто потрясно. Да, выглядит круто. Не то что куриные лапы. Кстати, у меня появилась отличная идея. Мила будет в восторге от пранка, который я для нее придумала. Это еще что за гадость? Нет уж, это уже слишком. Лучше бы ты эти лапки не мне в лицо пихала, а на пиццу клала. Так будет более продуктивно. И за что мне такое наказание? Я бы могла наслаждаться вкусом пиццы, но мне придется давиться куриными лапами. Ну как, Джули, тебе нравится? Вкусная пицца? Ты еще и издеваешься? Ешь лучше свою пиццу. Да, конечно. Почему бы вкусную пиццу не съесть? О, да, как же это круто. Я и не думала, что жвачка с пиццей вместе образует нечто нереальное. Это настолько вкусно, что я не хочу останавливаться. Пожалуй, пиццы лучше я уже давно не встречала. Думаю, самое время для огромного пузыря из жвачки. Вот это да. Он и правда большой. Чем больше пузырь, тем круче будет бум. Что произошло? Где я? Я ничего не вижу из-за этой жижи. Это мой шанс. Избавлюсь от всех куриных ножек. Есть пицца без них гораздо вкуснее.
Джули, думаешь, я ничего не видела? А вот и нет, я видела все. И за твой обман тебе придется столкнуться с колесом наказания. О нет, надеюсь, мне выпадет что-нибудь не страшное. Ура, пронесло! Дождь — это даже приятно. А если это будет дождь из куриных лапок? Ха-ха! Ой, помогите! Меня накрывает волной этих гадких лапок! Джули, ты так смешно выглядишь! Посмотрим, какая вкусняшка ждет меня на этот раз. О, да! Вот это я понимаю везение! Пришло время для мармеладных глазок. Их можно не просто съесть, с ними можно еще и поиграть. Смотри, Мила, у меня глаза на пальцах! Ну ладно, посмеялись и хватит. Пора попробовать. Ну как, вкусные? Очень. Уверена, что пицца будет невероятной. Я тоже хочу вкусняшку. Осьминог? О нет. Какой ужас, они такие маленькие, склизкие и мерзкие. Не представляю, насколько пицца будет ужасной. Просто представь, что это будет мерзко, тогда не прогадаешь. Да уж, даже на вид противно. Фу. Не завидую я тебе. Я вот уверена, что пицца с мармеладными глазами будет вкусной. Даже выглядит приятно. Красота! Как же это вкусно! Невозможно остановиться. Я бы тоже от мармелада не отказалась. Никто бы не отказался. Сама себе завидую, что слопала такую вкусную пиццу. Теперь глаза даже изо рта лезут. Джули, ты как всегда дурачишься. У меня просто замечательное настроение. Мила, а ты чего не ешь? Я уже надеялась, что ты про меня не вспомнишь. Очень не хочется пробовать этих осьминогов. Надеюсь, они не прилипнут ко мне изнутри. Бедная Мила, мне даже смотреть на это мерзко. Конечно, это же осьминоги! Они липнут прямо к языку. Джули, ты думаешь, это смешно? Это вообще не смешно. Получай! Ой, что это было? Как ты посмела! Зато теперь ты понимаешь, что осьминоги – это вообще не смешно. Ты это зря сделала. Держись. Сейчас я тебе пиццу прямо в рот засуну. Целиком. Тогда тебе точно не спастись от всех этих осьминогов. Получай. Какая мерзость. Джули, ты очень жестокая. А вот и нет, я просто справедливая. Приятного аппетита. Решим на Цуефа, кто крутит колесо первый. Я победила. О, да. Картошку фри я очень люблю. А тараканов ты любишь? Они тебе и попадутся. Джули, ты знаешь, что жульничать – это нехорошо. Верни колесо в то положение, в котором оно было, или придется прибегнуть к колесу наказаний. Ну и ладно. А вот и моя картошечка. Ее так много, и она так аппетитно пахнет. Хочется поскорее ее слопать. Джули, твоя очередь крутить. Точно. Надеюсь, мне тоже выпадет вкусняшка. Хоть бы вкусное, хоть бы вкусное. Нет, что угодно, но только не чеснок, он же вонючий. Странно, а почему его нет? Значит, мне не придется ничего есть. Посмотри повнимательнее. И правда, запах откуда-то исходит. Зачем на меня повесили эту бяку? Отвратительно. Так, ладно, для начала нужно чеснок почистить. Для этого у меня есть даже специальная коробочка. Сначала туда нужно выложить все зубчики чеснока. И за пару секунд чеснок превращается в чищенный чеснок. Готово! Из него можно сделать очень красивый рисунок на пицце. Например, сердечко. Классная идея! А я с помощью картошки передам свою эмоцию – радость. То есть нарисую милый смайлик. Смайлик гораздо лучше, чем сердечко. Ну вот еще, ты просто повторила за мной. Мое чесночное сердце уже ничто не сможет перебить. Да-да,
А теперь тебе это сердце нужно съесть. О нет, как же я буду его есть? Сердце же такое красивое. Ты постоянно отлыниваешь. Время – колеса наказаний. Блин, что-то мне совсем не везет. Придется не просто есть пиццу с чесноком, но и сделать из нее коктейль в блендере. Блендер у нас есть, так что тебе повезло. Мне даже интересно, что из этого получится. Думаю, что-то очень мерзкое. Сейчас мы это и узнаем. Давай. Если меня вырвет, Мила, ты будешь в этом виновата. От такой смеси наверняка стошнит. Да уж, выглядит и правда мерзко. У меня во рту будто помоенное ведро. Я так долго точно не протяну. Фу, это не значит, что я должна это нюхать. Держите меня, я падаю. О нет, чеснок даже Милу погубил. Какой кошмар. Я здесь, я в порядке. Ого, картошка фри даже на моем лице оказалась. Круто. Подписывайтесь на Парара, чтобы не пропустить другие челленджи. Будет вкусно, весело и очень интересно.